На территории горного курорта «Роза Хутор» уже в четвертый раз прошел ежегодный фестиваль бега «Роза Ран». Это четырехдневный спортивный фестиваль для всей семьи. Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России уже второй год подряд поддержал мероприятие. Как генеральный партнер, японская марка предоставила организаторам свои автомобили. Также приятным бонусом для гостей фестиваля «Роза Ран» стал тест-драйв различных моделей Mitsubishi, включая новый пикап L200. Этот тест-драйв стал рекордным по сравнению с прошлогодним по числу водителей и обкатанных машин. Более 750 человек прокатились на автомобилях Mitsubishi. А всего «Роза Ран» в этом году привлекла почти 4500 участников. В общей сложности за время спортивного праздника курорт посетило более 22 тысяч человек. Были установлены и новые рекорды. «Роза Пик» снова стал самым массовым вертикальным забегом на территории Российской Федерации, в котором за победу боролись 1400 человек. В соревновании «Роза Квест» участие приняли 700 человек, а в ярком шествии «Роза Карнавал» — 800 человек. Они оказались самыми массовыми в своих категориях. Популярность фестиваля продолжает расти, и организаторы уже открыли регистрацию на следующий праздник. В 2020 году снова состоится забег «Роза Пик», уже ставший культовым. Участники побегут из весны в зиму на высоту 2320 метров, в общей сложности преодолев 6,5 километров. Ждет спортсменов и карнавальный забег на 2 с лишним километра, и командный «Роза Квест» дистанции до 10 километров и 2 трейловых забега. Первый – это «Роза Грин Трейл», во время которого участники преодолеют 6,6 километра. Второй – «Роза Ред Трейл», протяженностью 23 километра 600 метров, по уникальным живописным маршрутам курорта «Роза Хутор».